Пожар почти на 30 миллионов. В Екатеринбурге огонь разгорелся на территории дилерского центра «Lexus». В этот момент на стоянке находились готовые к продаже новенькие кроссоверы. Пламя в считанные минуты охватило 6 автомобилей, каждый из которых стоит до 5 миллионов рублей. Пожарные оперативно прибыли к месту ЧП и сделали все возможное, чтобы спасти иномарки. Однако 2 автомобиля сгорели полностью, у 2 выгорел салон, и еще 2 машины получили серьезные повреждения лакокрасочного покрытия. Причины такого дорогого пожара пока неизвестны. Их могут прояснить съемки камер видеонаблюдения, которые сейчас внимательно изучают полицейские.